Хотите учиться в России? Как это сделать? Зайдите на сайт educationinrussia.com и подайте заявку. Для начала зарегистрируйтесь на сайте с помощью электронной почты. Войдите в свой аккаунт. Дальше вы автоматически попадаете на страницу заявок. Один щелчок, и вам откроется новая анкета. Заполните все строки, обязательно вписав ответы в поля со звездочкой. Не забудьте сохранить анкету. Обязательно проверьте, все ли заполнено верно. Есть ошибки? Анкету можно отредактировать. Идем далее и заполняем заявление на поступление в ВУЗ на нужную вам специальность и форму обучения. Выберите ВУЗы и расставьте по приоритетности. Расскажите о своих достижениях, знании языков, победах в конкурсах и олимпиадах. Обязательно укажите, как хорошо вы владеете русским. Прикрепите подтверждающие файлы и ссылку на портфолио. Сохраните заявление и проверьте еще раз. Далее, время прикрепить к заявлению документы. Кликните по названию документа и загрузите его с вашего устройства. Подтвердите, что согласны поделиться персональными данными. Загрузите подписанное согласие на обработку персональных данных. Финишный этап заполнения заявки. Ее печать. Распечатайте анкету заявления. Подпишите и загрузите скан документа. И, наконец, отправьте заявку. Теперь остается следить за статусом заявки на сайте. Удачи! Ждем вас в России!